Так, наблюдаем группу пидоргов. Сдаются с нового терминала. Не выдержали напора взрывов. Братанчик, выгнали с нового терминала. Да-да, выгнали. А чё ты не пошел с нами? Блин, что, а ребята, ребята. Подгони поджопник. Он тебе уже не нужен. А тебе тоже. Самоделкин, да? Самоделкин? Спасибо, мы вежливые люди. Блять, еще раз буду. Хороший размер, наверное. Какое подразделение? О! Как вы себя называете? Киборги, это вы? Мы только приехали. Зашли в новый терминал, да? Это вы стреляли по ополченцам? Ну, мы стреляли. Держали оборону сколько? Держали оборону 3 дня. 3 дня? Да. Отбрасывали гранаты, стреляли с пулемета. Кто пулеметчик? 200-й. 200-й? Да. После чего? После взрыва. После какого взрыва? Этого терминала. Мощного? Да. Бум-бам? Не, наверное. О чем жалеете, ребята? Вас бросили? Командиры ваши? Да. Украина страна неплохая, да? Но правители, блядь. Пидорасы, да. Делайте выводы, ребята. Будете живы, будете дома. Расскажите своим друзьям, знакомым, родственникам. Такие же люди. Боремся за свою территорию. За свой народ, в первую очередь. За таких, как вы, людей. Мирных. Ты ранен, да? При взрыве? Пополнение. А вот наша звезда. Звезда. Воин Новороссии. Гном. Который... Что я могу сказать? У меня уважение к этим бойцам. Бились до конца. Не обосрались, не убежали. А вот командиры ихние, суки, последние, пацанов, блядь, мужиков, блядь, на мясо, блядь, отправили на верную смерть. Гондоновы, Порошенко, блядь, Яценюк, нахуй. Та и сука, блядь, с косой, нахуй. Которую ебать надо, блядь, 3 хуя в рот, нахуй, сувать. Чтоб задохнулась, мать ее. Она еще видит этот маневр, я думаю. Пацаны, молодцы, командир хуй, блядь. Пиздят, как собак, убивает на месте там и прочее, блядь. С поломанными костями. У меня товарищ был в плену 5 дней, блядь. Ему хватило на всю жизнь. Били как собаку, блядь. У вас, сука, пальцем кто-то тронул, блядь. Понимаешь, разница, блядь, между славянами и уродами, которые косят под славян, блядь. Вы все понимаете разницу, блядь? А никто не понимает. Это что за шевлон? Черно-красный дед. Это БДСВР. Ну. Чего, блядь, я вообще поражаюсь. Как вы могли в руки оружие брать, блядь? Мужики, блядь, взрослые люди могли дать полы развернуть, застрелить нахуй свою команду. Да хуя ваших бойцов на нашу сторону перешли. Кстати, у нас 25-я аэромобильная бригада. Вас плен взяла, вы знаете, да? Подразделение Моторолы, батальон Моторолы, Спарта. Я командир роты. Позывной Моторолы. И главный джихад. Ну что ты глянь, что у вас на Украине? Который устраивает джихады, гранатометы, взрывы. Гном. Это он. Герой. Новороссии. Ребят, я ёбнутый, блядь. У меня уже 2 ранения, 3 контузии, бля, ебать. Мне похуй. Я и раненый выбегал дальше, бля, танки жжёт, бля. Так жал. Ладно, что, мужики, давайте, короче, блядь, вас надо накормить, умыть нахуй, блядь, блядь. Все, надеюсь, да, надеюсь, вас увидят ваши родные. Передайте хоть, блядь, скажите, что вы живы, бля, здоровы, пускай, блядь, не беспокоится. Может быть, да, кто укажет свой регион, увидят. Будут знать, что вы хоть живы, не погибли. Позвонить дадут, скажите просто, что ну, мы живы. Кнопки живы. Чтобы знали, да, понятно. Кому как? Своим родным дадут вам позвонить?
сообщите просто, где вы находитесь. Пацаны, ну как? Юнга, Флагин. Там дадут, позвони. Это уже не первый трофей. Это что, просто ты, блядь, самых отсюдошенных, что ли? Ну-ка вот так она переворачивается. Что там, слава Украине? Да ну ты, блядь, не знаю. Здорово. Поздравляю, парень. С очередным трофеем. Вчера мало было, еще сегодня добавили, да? Ну, вчера были экстремалы. Сегодня а так. Это что, не экстремалы? Пассивный режим. Ну, молодцы, мой. Это вот война. Видос будет атакенный, отвечаю. Ты когда выложишь, скажи хоть куда. Конечно, конечно. Давайте, Шаман. Здорово. А ты что, уже в Спарте? Нет. Да, заведешь. Сомали? Закрывай. Борт. Закрывай борт. Подожди. Давай. Сейчас. Не, мы сейчас заедем на девятку, завезем мы, а потом ты с Урала приедешь сюда. Пацаны. Откуда я говорю? А это Спарта на подтяжечке. Наш кошмар команда Питбуль. Что, вот это и все? Разворачивайся. Да. Давай на место. На девятку. На девятку едем. Ну, пока все. До новых встреч в эфире.